Укрытая белыми снегами, отдыхает земля. Набирается к весенней побудке новых сил. Однако люди на селе давно уже не знают межсезонья, тем более ремонтники. Зима для них самая страдная пора. В мастерской Канашинского отделения сельхозтехники, что в Шадринском районе Курганской области, внедрено комплексное диагностирование тракторов. В течение 2-3 часов диагностическая установка выдает точные данные по 180 параметрам. Понятно, что после такого обследования ремонт тракторов идет много быстрее и выполняется надежнее. Канашинская ремонтная мастерская – крупнейшая в зоне Урала и Сибири. Она обслуживает хозяйства 16 районов своего края и еще по кооперации многие хозяйства Пермской области, Удмуртской, Башкирской и Татарской автономных республик. Но берут канашинцы не числом, а умением, постоянной заботой о совершенствовании производства.